Привет! Тебя будут рассказывать об скутере. Сейчас я вам расскажу немножечко. Это часть вторая. А что то? И вот он, как он выглядит, видите? Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании будет. Вторая выходит. Чё по скутеру я охрипся? Чё там двигатель? 80 кубов. 4-тактный, это понятно. Чё я ещё охрипся? Сейчас будет... Так, чё я ещё там охрипся? Это... Чё, вот это вот? Свет передних фар, вот это. А вот это передних тоже, и задних. Чё я ещё там охрипся? Чё я ещё охрипся? Скутером. Вот. Сидушка. Там. Подсветка. Ни о чем просто. Видите, видите, вот так. Катается, ничему, он не устойчив. Он не устойчив. У него подвеска, если честно, ни о чем просто. Если честно, могу вам сказать. Так, подожди. Подвеска ни о чем просто. Вот эта вот штука, я не знаю, ни для чего она. А вот это вот пластик, видите? Пластик. Пластик. Тут тоже пластик, видите? Номер один для чего-то наклеили. Вот это, я не понимаю, что это такое, да? И как зеркало выглядит, и черные. Там скотч, там, видите, скотч. Скотч, вот что я не рассказал. Он разбился. На нем мика двое попадали. Думаю. Ты чего? Колесо. Где-то R12. Видно, там 120 70 на 12. А в задней я не нашел почему-то. Так, чата. Там то же самое, 120 R70 R12. 120 на 70 R12. Задние колеса. То же самое переднее. Я вам еще не рассказал, блин. Вот тут двигатель находится, видите? А дедушка тебя будет водить с собой на. Видите, двигатель там находится. Вот тут. Вот я не сказал бы, турбина, это выхлопная труба. А вот это вот, знаете, что это такое? Подвеска, которая она неустойчива ни к чему. А вот эти клавиши, я так понял, для этой... Я не знаю, что это такое, я вам не могу сказать. Видите, как он заводится? Видите, как он заводится? Смотрите, сколько там бака. Эти подписчики. Там полный бак, оказывается. Столько. И по фусей было. Да, по фусей мы снимали про аккумулятор, да? Там аккумулятор, если честно, внутри он находится. А не чувствуется. Смотри, подписчики, идите сюда, я вам покажу. Кстати, здесь еще фары есть, которые светят, да? Да. Я это уже рассказывал, Марк. Да. Что-то я еще другое не рассказал. Да. Вот это я не знаю, что это за штука. Пишите комментарии. Все писали комментарии, что это аккумулятор. Нет, Марк. Вот это я не знаю, что такое. Это не аккумус точно. Скажи, ребята. Пишите комментарии, что это за штука. Что за вот эти вот штуки? То пишите комментарии. Я знаю, что это. Это
похоже на мигалку. Ладно, всем пока. Увидимся в следующем видео.